Грабежи, разбои и кражи. За этот год сотрудниками войск Национальной гвардии было выявлено порядка 50 преступлений. В том числе больше 20 из них связаны с оборотом наркотиков. Буквально недавно удалось задержать еще одного дилера. Ноябрь. Серпухов. Это не съемки очередного хоррора. Сотрудники войск Национальной гвардии гонятся за преступником. Наряд патрулирования ехал по маршруту. Заметили молодого человека сразу. Юноша вел себя подозрительно. При виде полицейских занервничал и попытался скрыться. Нарушитель был задержан на месте. При нем обнаружили 27 пакетов с неизвестным веществом. Позже экспертиза установила синтетические наркотики в простонародье «спайс». На место была вызвана следственно-оперативная группа. Также у дилера было изъято порядка 5-6 закладок в различных местах. При обыске в квартире обнаружено еще около 200 грамм наркотиков. Стражи порядка сработали оперативно. Напомним, структура войск Национальной гвардии была организована в апреле 2016 года. В нее вошли следующие подразделения. Это вневедомственная охрана, лицензионно-разрешительный отдел, СОБР, ОМОН, авиаотряды. Основными задачами и спецификой работы войск Национальной гвардии является это обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, охрана объектов, который утвержден перечнем правительства Российской Федерации, борьба с экстремизмом и терроризмом. Преступником оказался гражданин иностранного государства. В Серпухов приехал на заработки. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет. Серпуховский отдел Национальной гвардии следит за правопорядком в Серпухове.